По поручению главы города до 1 декабря были закончены все основные строительные работы. В настоящее время производится осмотр будущими жильцами своих квартир, в ходе которых, если будут выявлены замечания, они устраняются подрядчиком. Задача, поставленная главой, будет исполнена. В декабре месяце мы закончим осмотр квартир и подготовим все основные документы для сдачи дома в эксплуатацию.